у нас был разговор уже много раз. Я думаю, что мы готовимся за эту игру уже 8 месяцев. Чемпионат, конечно, очень важный, но все время у нас мысли на Лигу чемпиона. Завтра первая игра. Я хочу, чтобы ребята были уверены в себя и чтобы были спокойны. Так что надеюсь, что сделали все как надо. Сейчас такая ситуация не только у нас, вообще в мире. Так что ты можешь сделать планы, но на это Бог смеется. Такая ситуация, значит, каждый день, что это неожиданно случается. Думаю, что ничего, просто, конечно, когда уже чемпионат идет, есть ритм игры, сейчас этого нет, но думаю, что ребята чуть-чуть отдохнули психологически и что еще больше подготовились за эту игру. Конечно, это опять, говорим, такая ситуация в сегодняшнем мире, в футболу. Одна игра, у нас нет много информации про эту команду. Так что должен думать больше про себя. Знаем, что надо, что меньше ошибаться. Надо, если можно, дай Бог, забить из первого момента. Так что надо, чтобы у нас была концентрация в всю игру. И что, опять говорю, что не бы ошибался, это стоит очень дорого. Сейчас пока не могу говорить, что есть один день. До завтра посмотрим, кто будет живой, здоровый. Опять говорю, такая ситуация, что много это может быть неожиданно. Много это меняется из день в день. Так что уверен, эти футболисты, которые завтра будут в основном составе, которые будут запасны, что они будут готовы, независимо от фамилии. Так что это наш футбольный жизнь, за это сижим и хотим завтра это показать. Сказал, что у нас нет много информации про них. У них последняя игра была в марте. После этого играли 2-3 товарищеские игры. Постарались там узнать, примерно, когда играли со Шарлаем, в каком состоянии, какой состав, какой сустав. Там есть немножко информации. Но опять говорю, вижу, что они самоуверены, что они здесь будут играть без респекта для нас. У нас должно быть уважение и за соперника. А на концу должно быть уважение за это, за сами себя и за то, все, что прошли эти 8 месяцев и что готовились за эту игру. Так что надо себя уважать, а сам себя будешь уважать, если будешь бегать, если будешь стараться, если будешь качественно играть в футбол и на концу, если выиграешь. Это, думаю, что уже дал ответ на эти вопросы. Чтобы так, если так будем играть в футбол, тогда, конечно, ожидаю, чтобы выиграли и что потом думали дальше. Спасибо.